Желаю. Вот тут спрашивал, и многие спрашивают, самозапеть не делаешь. Вот это я наглядно объясняю. Вот у меня тут вот в коробке четыре элемента по 6 штук, 24. И в этой коробке 4 элемента. То есть это мало. Вот сейчас тут включу, посмотрите, что это мало. Инерция при такой скорости, то есть она еще подсаживается, батарейки эти слабые. Вот я включаю, и еле-еле идет. Топ всего есть. Три-два, то есть зарядить нельзя. То есть не хватает схемы батареек вот сюда бы тяговую, или много таких, и сюда тоже тяговую. Реле есть, и все, и будет работать вот этот, это самая первая система моя, БТГ, Союз. Вот в чем причина, то есть надо батарейки. Элементы питания. Ведерко маленькое. Вот в чем дело. Для того, чтобы была эта самая лишняя энергия, нужно обороты развить. Тут вот 17 тысяч оборотов, и это 17 тысяч оборотов. Это на 200, это на 600. А по весу-то не важно ему, что крутить. Тем более при скорости и вес-то уменьшается. Трения нет, все разогревается. Вот. И инерция, огромная инерция, даже без колеса идет. То есть все будет работать, что надо батарейки. Да и чему показалось, вот спрашивают, что ты не делаешь самозапит? Запчастей нету. Вот причина единственная. Так уже был самозапит.